Праздничный кулинарный марафон у Плюс Тысяч продолжается. Предлагаю вам приготовить еще такой острый салат, чисто для мужиков, с кальмарчиками и вот такими вот грибочками. Я не знаю, как они называются. Напишу название. Какие-то грибы древесные, я так подозреваю, что они. Китайский древесный гриб написано. Вот. Так, ну нам понадобится пару пачек этих грибов, пару кальмаров. Головка лука, растительное масло, вареные яйца, петрушка, паприка, красный перец и чуть-чуть кориандра. Так, здесь у меня закипает вода подсоленная. Сейчас туда кидаем грибы. Оп. Они сейчас полежат, должны разбухнуть. По идее. Посмотрим. Так, ну пока грибы разбухают, мы сейчас порежем лучок и обжарим его. Берем пол луковицы, целого нам не надо. Режем. Так, лучок засыпали. Обжариваем его до золотистого состояния. Так, пока порежем кальмаров. Кальмары свежие, помытые. Режем их соломочкой. Режьте их не поперек, а повдоль волокон. Тогда они у вас будут ровненькие и красивые. Так, кальмарчика порезали, сейчас порубим отварное яичко, яйцо сюда. Лучок обжариваем хорошо, чтобы он такой был румяненький, золотистый. Так, лучок зазолотился основательно. Все, грибочки, кстати, берем, китайские непонятные. Режем их. Так, их надо, когда они разбухли маленько, надо хорошо промывать, там у них есть песок. Закидываем сюда. Сейчас все пойдет очень быстро. Забросили грибочки эти. Китайские древесные. Они самого вкуса особо не имеют, но они такие хрустящие, интересные штуки получаются. Слегка припускаем их. Теперь, внимание, паприка красненькая. Засыпаем добро паприки. Можно даже побольше, чтобы цвет был. Красный жгучий перчик. Кладем тоже, вложим тоже много его. Это острое блюдо. Петрушка чуть-чуть. И совсем капушку для аромата кориандра. Вот. Все это дело перемешиваем. Аромат пошел просто сумасшедший. Все это готовимся на быстром огне. Видите, как быстро махнул. Раз. И теперь выкладываем сюда кальмарчики. Все, запах пошел. Так, запах пошел, кальмары закинули. Пахнет просто бомба. Вам обязательно нужно попробовать такой рецепт. Вы его нигде не сможете узнать, потому что это мой авторский. Маленько похвастаюсь, но это я придумал сам. Мы уже... У нас эти грибы давно продают китайские, непонятные. И мы много чего из них готовим.
Попробуйте вот такую вот штуку. Сейчас мы сюда добавляем яйцо. Видите, кальмарчики маленько дали влагу, из них вышла влага. Ее не надо выпаривать. Ну и какая китайская еда без соуса соевого? Тут, наверное, и так все понятно, да? Ну все. Блюдо практически готово. Острый салат с грибами древесными и кальмарами готов. Сейчас мы его выложим на тарелочку, пускай он остынет. Влага немного загустеет. И можно будет подавать его к столу холодным. Пахнет очень здорово, ребят. Так, ну вот, что у нас получилось. Очень вкусный, острый грибной салат с кальмарами. Необычно, но попробуйте, оно того стоит. Я думаю, вы оцените по достоинству. Кальмарчики очень мягкие, нежные, что они готовились не больше там 3 минут буквально. Так что все здорово. Всем, кому понравилось, ставим лайки. Пальцы вниз, кому не понравилось. С наступающим Новым годом. Не забывайте подписываться на мой канал. Будут еще новые рецепты.